Здравствуйте, друзья! Я растерянная и бескуражная, не знаю, что делать. Возможно, точно так же, как и вы, точно так же, как и вы. Вот. Но я знаю одно, что я Бахтина, и у меня есть какая-то миссия и предназначение. И я давно поняла, чем я могу быть полезна. Возможно, сейчас моя польза не самая актуальная. Я умею правильно и грамотно отвечать на вопросы людей по здоровью. И это помогает. И я умею продлевать жизнь человека за счет изменения стиля жизни. Вот. И у меня это получается филигранно и очень-очень хорошо. Вот. Просто я думаю, что я могу сделать сейчас. Вот. В тот момент, когда никто не знает, что будет, будет ли там TikTok, будет ли YouTube, будет ли Instagram. Если вы не хотите потеряться и находиться где-нибудь рядом со мной, а я хочу находиться рядом с вами, давайте что-нибудь сделаем. Я сейчас прям разрабатываю приложение, которое называется «Приложение старости нет». Там все очень просто пока. Человек, который задает вопрос, почему ребенок не ест, что делать с высоким давлением, и так далее. Ну, в общем, обычные вот такие вот вопросы. Я готовлю на них ответы, и банк ответов будет расти. Вот. Это способ остаться со мной на связи, даже если мир рухнет окончательно. Это способ, может быть, кинуть мне свои анализы для того, чтобы я подсказала, что делать дальше. И так далее. Вот такое приложение. Оно по символической цене, разумеется. Но это способ сохранить связь на данный момент. Ну, как бы другого я пока ничего не вижу. Вот, поэтому просто присоединяйтесь. Под видео ссылка на ранний список. Вот, мы обязательно вас присоединим